Представьтесь, пожалуйста. Автутов Иван Иванович, атаман Свято-Пантелеймоновской Софийской казачьей станицы в Болгарии. Скажите, пожалуйста, а почему вы здесь находитесь сейчас? Ну, я вам скажу одну вещь. Народ, который не помнит своего прошлого, не может иметь будущее. Вот. Так что люди воевали, люди погибли. Надо реально почтить память. Да, да. Вот, и надо помнить. Что-нибудь вы можете сказать о болгаро-русских взаимоотношениях? Крепка ли болгаро-русская дружба все еще независимо от политической обстановки? Значит, вне зависимости от политической обстановки, которая на данный момент довольно-таки сложная, я думаю, что болгаро-русские отношения не меняются, остаются крепкими, как и были.